Всем привет! Сегодня с нами вице-капитан сборной России по мини-футболу Антон Кулагин. Расскажи, пожалуйста, как прошли два предыдущих поединка с Перу и с Эквадором? Ну, с Перу было достаточно тяжело играть, потому что команда, видимо, просматривала первый наш поединок с Эквадором. Вот, и играл достаточно закрытый футбол, стараясь действовать на столба, то есть ярко выраженного нападающего, который цеплялся за мячи, и за счет этого создавали какую-то опасность. Вот, и из-за того, что у нас было очень мало движения впереди, у нас игра не получалась совсем. У вас было два выходных, команда не расслабилась. Я знаю, один матч с Бразилией, который они сыграли. Скажи, как все прошло? Ну, опять же, повторюсь, Бразилия более такой для нас, может быть, легкий соперник, потому что играет больше один в один. Появляется больше свободных зон, где мы можем тоже что-то создавать и двигаться на поле. Соответственно, ну, по сравнению с Перу было заметно, что две разные сборные, Перу и Бразилия. То есть Перу более закрыто играет в футбол, Бразилия все-таки атакует хоть как-то. Спасибо большое, удачи в предстоящей игре. Спасибо. Всем пока.